Теперь он заходит наверх, он снова поднимается наверх, песок падает, вот снова вниз, он приземляется на другой поршень. Йоу-йоу, всем привет, с вами снова Кейн, и сегодня мы продолжаем играть в карты от подписчиков, но сегодняшний выпуск будет довольно-таки необычный, потому что мы посмотрим на целых две карты от двух подписчиков, и это у нас будут карты в стиле домино. Именно так, я совсем недавно смотрел, делал обзор на всякие различные домино-поделки в Майнкрафте, мне они очень понравились, и в итоге подписчики мне решили сделать карты домино, поэтому что ж, я сегодня нашел две у меня на почте, и сегодня мы посмотрим нога или рука, и надеюсь, вам, ребята, понравится сегодняшний видос, вы поддержите его вашим пальцем вверх, спасибо моим подписчикам за то, что делают для меня карты, и, конечно же, рандомный комментос залетает сегодня от Виктории, которая пишет: «Окей, на стол, у меня велик». Ну, каждому свое. Что ж, друзья, давайте приступать. Я, на самом деле, в предвкушении. Сегодняшний выпуск будет, наверное, не очень долгий, потому что, ну, домино, они сами по себе не очень длинные, я так понимаю. Но давайте посмотрим. Привет, это карта домино. Ты просил, я решил сделать лично для тебя. Спасибо. Кто ты такой? Кто ты? Это у нас игрок, его дискорд. Что ж, будем называть тебя игрок. Спасибо тебе, игрок. Я могу рассказать, как он это делает. А он как раз-таки мне рассказывает про то, как тот чувак, на котором мы делали обзор, делает эти домино. Он ставит песок или цветной цемент на двойной цветок, потом ломает цветок. Вот оно как работает. То есть, как только с этим блоком что-то происходит, то он сразу падает, да? Вот что. Мой дискорд такой-то. Ну что, начало там. Просто сломай один блок. Йоу! Ну что ж, стоит ли нам забежать немного вперед и посмотреть, что будет, или давайте сразу же начнем это домино и, ребята, погнали. Что ж, йо-йо-йо-йо, поехали. Найс. Йоу, как же круто, отлично получилось. Неплохо, разноцветная радуга сюда залетает сверху, теперь она падает в самый центр и... Оу, да. Оу, ес, неплохо, черт возьми, выглядит довольно-таки удовлетворительно и прикольно, но неужели это конец, неужели это все, неужели это будет такая маленькая карта, нет, the end, друзья, блин, это было очень круто, йоу, игрок. Посмотри, как круто она раздвинулась. И все. Это всего лишь на одно использование, друзья. Блин, какая же маленькая, но прикольная карта. Йоу, спасибо тебе большое, игрок. Мне очень сильно понравилось. Реально было здорово. Я даже не ожидал, что будет реально домино специально для Кейна. Было очень маленькое. Блин, было бы здорово, если бы ты сделал что-нибудь побольше. Я обязательно сделаю на это обзор. Какое-нибудь супер длинное домино на минут 5. Представь себе. Но, как я уже сказал, сегодня мы смотрим на целых 2 домино карты. Поэтому погнали смотреть следующую. Йоу-йоу. Йоу, ребята, посмотрите, что здесь-то происходит. Здесь у нас какой-то другой тип домино. Здесь куча всяких поршней, редстоновых блоков, голов эндер дракона. И единственный вопрос, друзья, где начало? Как начать? То есть мне нужно дотронуться до вот этой вот... О-оу, что происходит? Так, домино пошло. Оно работает? Или это конец? Или... погодите. А где начало? Стоп, мне кажется, это был конец, друзья. Или, погодите, давайте попробуем найти начало. По логике, где у нас должно быть начало? Наверное, где-то вот здесь, возможно? Оу, что-то пошло, друзья. Возможно, я зря активировал эти салюты, но да ладно, ничего страшного. Я думаю, так, вода ломает рестоновый факер, рестоновый факер активирует песок, песок. Воу, самое интересное, пропустил, как поршни продвинулись. Блин, это было красиво, но немного пропустил. Так, окей, крипер падает вниз, он взрывается с помощью ТНТ. Так, теперь что же будет происходить? Ломается песок, песок продолжает падать, гусеницы, теперь разноцветный песок, оранжевый тоже сюда добавляется, теперь немножко грабья, которая теперь тоже спускается вниз, и он сейчас нажмет на нажимную плиту, которая теперь поднимает резоновый блок до конца, и резоновый блок теперь идет по кругу налево, и теперь он заходит наверх, он снова поднимается наверх, песок падает, и вот снова вниз, он приземляется на другой поршень, поршень подвигает другой песок. Окей, ребят, все. Успокойся, окей, но... хорошо, что же мы видим? Теперь у нас с помощью воды и лавы создается автоматический камень, который продвигает вот этот вот рестоновый блок до вот этого боршня со слаймом. Голова эндердракона теперь скользит по льду, она продолжает скользить, активирует следующий поршень со слаймом, который продолжает ее скользить, и... что же мы увидим в самом конце? Так, она приподняется, и она нажимает как раз-таки на вот эту нить, с помощью которой мы сейчас остановили эти салюты.
Что, в принципе, неплохо. Потому что мне уже надоело звук этих салютов. Но, блин, это было офигеть, как круто. У нас сегодня было реально два очень разных домино. И мне они оба сильно понравились. Предыдущее домино, оно рассчитывалось тупо на то, что блоки песка будут падать. Но здесь чувак реально заморочился. Погодите, а могу я еще раз его активировать? То есть второй раз, я не думаю, да? Нет, конечно же нет, все у нас уже упало, все у нас уже подвинулось, но это было офигеть, как круто. Вот это место с этими поршнями, это было супер красиво. К сожалению, мы его в деталях не успели посмотреть, но да ладно. Здесь у нас целая схема, целая система передвижения этих блоков, пока они не дойдут вот до сюда и упадет крипер, который взорвется с помощью ТНТ, который заспавится, потом все это поднимает снова наверх. Потом это все идет на вот тут вот зигзагом вокруг и до около, потом это вроде как опять спускание, поднимается до сюда, потом это сюда. Потом у нас с помощью воды и лавы спавнится, делается генератор камня, который продвигается с помощью поршня. Здесь уже у нас начинаются липкие поршни со слаймом, которые передвигают эндер дракона. Блин! Браво, браво, что я могу сказать, это было очень интересно, это было неплохо, и, к сожалению, эти две карты довольно-таки маленькие, поэтому да. Погодите, друзья, мы еще не заканчиваем. Оказывается, я у себя на почте только что поискал, и оказалось то, что еще один третий подписчик скинул мне карту домино, и она, черт возьми, выглядит офигенно хорошо, что я все-таки подумал и решил в поиске на моей почте ввести домино, и оказалось, что есть три карты, а не две. Поэтому мы смотрим на третью карту. От какого же создателя, я не знаю, где же твой ник, надо было его здесь тебе написать, но нажми на кнопку, давайте мы немножко так осмотримся. Окей, ладно, давайте не будем спойлерить, давайте просто нажмем на кнопку, но погодите, стоп. Я посмотрел никнейм автора, и зовут его Кексинг Гейм. Что ж, друзья, давайте мы сделаем день, потому что у нас уже темнеет, и в темноте смотреть на, черт возьми, офигенное домино, это не круто, поэтому, что ж, я думаю, мы это все уберем из инвентаря, нажмем на кнопку и погнали, друзья, что будет происходить? Стоп. Оу, воу-воу-воу. Привет, Кейн, ты хотел домино? Я его сделал, с тебя 20 лайков, это моя вторая карта, погнали. Вау, здесь даже есть отсчет. Йоу, как круто, Кексинг Гейм, йоу, ты офигенен. Что ж, давайте посмотрим, насколько будет это крутое домино. Начинаем мы с обычного песка, который падает. Стоп, погодите, а что здесь было написано? Подписаться. Вы поняли, друзья? Вы поняли или не поняли? Друзья, всем подписываться, если еще не подписаны. Дальше то что? Воу-воу-воу, какая-то схема происходит с кактусами и песком, который прыгает туда-сюда, направо-налево. Ломаются таблицы, теперь мы поднимаемся по лестнице вот сюда, коричневая лестница из песка. И теперь мы начинаем видеть пиксель-арты. Йоу, это же Кейн! Я даже не знаю, что здесь написано Кейн. Офигеть. Окей, Кейн. И теперь у нас зигзагом продвигается блок песка сюда. Мы теперь доходим на вот этой лестнице, которая у нас поднимается на вот этот вот гигантский этаж с песком, который просто... Посмотрите, как красиво он распадается. Ё-моё, я хочу посмотреть теперь на верхний слой. Так, теперь мы поднимаемся по вот этому песку сюда, и теперь у нас и этот слой разламывается. Е-е-е-е-е-е, друзья, что же, давайте мы залетим опять вот сюда наверх и посмотрим, что у нас будет происходить здесь. Так, пошел песок. Ё-май-гад, как же это красиво. Найс, песок дальше уходит туда, но наше внимание теперь перелетает быстро вот сюда. И здесь у нас, сейчас мы увидим, что там будет написано, мы будем это смотреть с самого низу, когда оно уже упадет. Так, что у нас здесь написано? Мы пока что не знаем. Все, 19к лайков, и новда, а, 19 тысяч лайков и новая карта. Йоу, друзья, вы поняли или не поняли, летающая голова Кейна с вами разговаривает. Йоу, это было офигеть как круто, мне понравилось, что у нас здесь написано, гема, ну, блин, Кексинг Гейм, спасибо тебе огромное, чувак, ты завершил наш сегодняшний видос прямо на такой супер позитивной ноте. Мне офигеть как понравилось это домино, посмотрите, Кейна, и подписаться, и всякие крутые штуки. Поэтому, блин, ребят, спасибо вам большое за такие карты. Ребят, я не думаю, что мы наберем 19 тысяч лайков, но вы знаете, 19 тысяч лайков, и выходит новая карта от Кексинг Гейм. Поэтому, надеюсь, вам понравился этот видос, вы поддержите его вашим пальцем вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментосы. С вами был Кейн, всем пока.